Продолжаем выпуск. И сейчас в Кызылорду там городскую арочную систему начали модернизировать. На сегодняшний день она функционирует лишь на 25%. Большая часть арыков забита мусором или полностью замурована песком и грязью. Это сводит к нулю все попытки специалистов озеленить областной центр. В регионе создали новую структуру, которая отвечает за высадку растений и их полив. Сотрудники коммунальной службы и коммунального предприятия провели полную инвентаризацию поливных каналов. Часть приведут в порядок, часть отремонтируют. А в жилых микрорайонах Саулет, Саяхат, Байтерек и Тетов, где нет доступа к воде, планируется пробурить 27 скважин. В городе 12 крупных каналов, от которых отходит вся арычная сеть. Сейчас приступили к их очистке. На сегодняшний день они готовы на 90%. После приведем в порядок арычную сеть. К середине апреля планируем завершить все работы.